Здравствуйте, дорогие подписчики, гости нашего канала. Знакомьтесь, вот наш край. Нам сделали здесь новый асфальт, пешеходный переход. Вот наша деревня, знак стоит. Смотрите, у нас кругом побелело. Видите? Везде у нас будет, что с левой стороны, что с правой стороны, будут стоять новые остановки. Лес, где грибы, ягоды. А вот дорога, которая ведет в нашу деревню. Вот наши, вот видите, дома видны. Вот наша деревня. Дорога 1,5 километра от деревни. Муж со мной едет, вот он. Вот мой родной за мной едет. Ветер, конечно. Вот. Сегодня 22 октября, в Кургане снег. Побелело, по крайней мере, но это ненадолго. Все, возможно, даже завтра вот этого бело уже и не будет. Так что вот, дорогие подписчики и гости канала, вот наш край побелел. В остановке там, в городе, на остановке женщины говорят, белые мухи прилетели в Курган. Точно. Так что вот, всем пока!